Два раза меньше россиян покупает сейчас в Болгарии. Я чувствую себя как посланник для того, чтобы эти отношения, которые были прежде много лет, чтобы продолжить и сейчас. Это, конечно, не так просто, так как много изменилось. Но все-таки отчаяние не надо ни у нас, ни у россиян, которые хотят купить. Были такие люди, которые пришли на наш стенд и спросили, что же будет. И я успокаиваю, ваша собственность, которую имеете в Болгарии, это неприкосновенная собственность. У нас немало россиян, которые покупали недвижимость, они довольны. А я думаю, что после глобальные подобрения в отношении между Америкой и Россией будет больше россиян.